приспособления, стрелкового оружия, объясняет, что прицельные приспособления, мушка, состоит подручных предметов для измерения угловой вечной цели. Определение дальности с помощью... К бою! Сержант Черненко к бою готов! Первый принял. Тебя 9, 7, 6. Отлично. На данной учебной точке мы проводим учебное упражнение по вождению автомобильной техники номер 1. Вождение по ограниченным проездам, которое состоит из 5 элементов: габаритного коридора, габаритной восьмерки, габаритного дворика, эстакады тупиковой, а также змейки. Занятие изучение основ движения и правил вождения в условиях сложной видимости. Начиная движение от старта, препятствие номер 9 – это проход в минозрном ограждении. После прохождения минозрного ограждения механик приближается к препятствию номер 8. Это остановка на подъеме. Механик, идите, приближается к отметке. Дальше – это колейный мост. Также механик идет на заранее выбранной передаче, проходит его и возвращается тем же маршрутом к исходному положению. А руководитель занятия что-то? Не, ну сейчас, ну можно. Да, вот, все. Молодец, теперь в прицел смотрим, наблюдаем, крестик должен совпасть с
перекрестием в левой верхней части. Влево это вправо уходит, вправо это влево уходит. Сильно ушел, наверное. Совпадает? Совпадает. А? Да. По горизонтали. Маховичок.